політика – мистецтво створювати факти. Жартома підпорядковувати собі події людей. Вигода – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрий вечір, шановні глядачі. В ефірі програма «В деталях». І, як завжди, з вами в цей п'ятничний вечір Андрій Острів та Ігор Пох. Добрий вечір. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, яка стосується нашої власної області, в тому плані, що ми є аграрна область, однією із головних доходів, які отримуємо, це з експорту та вирощування, власне, сільхозпродуктів. І нещодавно відбувся такий критичний дзвіночок. Щоб я багато не розмовляв, ми подивимось зараз сюжет, і ви з'ясуєте, про що йде мова. Агропромисловий комплекс України – єдина галузь, яка навіть в умовах кризи продовжує нарощувати обсяги. Ще 2 роки тому експорт сільськогосподарської продукції сягав 30%, що й сьогодні приносить прибуток більше, ніж від металургії. 10% ВВП України дає саме сільське господарство, і задіяний в ньому кожен п'ятий українець. В Європі, наприклад, ми з роками продаємо все більше кукурудзи, пшениці та соняшникової олії. А щодо самого соняшнику, то Україна є номером 1. Третина всього насіння, зібраного у світі, вирощена саме на наших землях. Соєві боби охоче бере Італія, Франція – рапс та макуху, Іспанія – кукурудзу. Втім, основним покупцем української сільгоспродукції в останні роки стала Азія. Забирають здебільшого зернові. Щоправда, буквально днями з'явилася інформація, що Китай відмовився від певної продукції. Офіційна версія – через шкідників. А вони, до речі, не головна проблема агропромислової галузі. Землі деградують, ерозія, втрачається родючість, забруднюється ґрунт. Є ще проблема неефективного використання земель. В країнах, де площі приблизно такі самі, як і тут, вирощують у 2,5 рази більше, а клімат в Україні сприятливіший для галузі. Втім, порівнювати ці показники дещо некоректно, тому що в Європі державна підтримка фермерів є де-факто, у нас тільки де-юре. Та й вартість виробленої продукції там набагато вища. Миколаївська область – край аграрний. Тут вирощують майже всю зернову групу – соняшник, цукровий буряк, овочі, розвивається садівництво та виноградарство. Сільське господарство – друга за обсягами та перша за зайнятістю населення галузь. Незважаючи на те, що область входить до зони ризикованого землеробства, ми традиційно збираємо рекордні мільйони тонн врожаїв. Та чи буде так і надалі, враховуючи не лише стан ґрунту, а й реалії в країні, розкаже наш гість. Сьогодні ми запросили до студії депутата обласної ради Надію Іванову. Добрий вечір, Надія. Дуже радий вас бачити. І ми знаємо, що ви безпосередньо маєте відношення не тільки до нашої області, а і до того, про що йшлось у сюжеті. І перше питання, яке хотіла з'ясувати, ось дивіться, да, там є якесь офіційне заключення про відмову. Да? Ну, в сюжеті ми казали про те, що азіатський ринок – це ринок найбільш зараз купуючи наші зернові. Як ви вважаєте, це якась це виключення із правил, чи це спроби якось маніпулювати Україною як постачальника сільгоспродукції? Ну, по-перше, не скажу я вам, що знаю всі деталі того, від чого. Якщо відмовились не взагалі, а від якогось певного грузу, з тим, що там шкідники, то це могло бути так. Ну, тобто, якщо відмовились від певного одного якогось грузу, а не взагалі від співпраці з Україною, як з українськими контрагентами, це ж дві різні речі, ви розумієте, да? Взагалі або конкретний товар. Ну, зрозуміло, так. Тобто, я знаю, що мова не йде від відмови співпраці з Україною взагалі. Тому в тому, що у певних юридичних осіб, да, є між собою якісь певні непорозуміння, да, в бізнесі, ну, то є бізнес. Ну, я думаю, що вони мають його вирішувати бізнесовим шляхом. Що то не є політичне питання, взагалі якесь таке
об'ємне питання і взагалі стосується України в цілому. Є більш точна інформація, наскільки я знаю, по якраз цьому конфлікту з китайськими покупателями, покупателями із Китаю. На самом деле, если я не ошибаюсь, из четырех областей Украины, да, вот экспортеры, у них как раз произошел вот этот вот некий конфликт с покупателями из Китая. И китайцы объявили, что в определенной партии зерна, да, обнаружены вот некие вот эти организмы, если можно так назвать, жучки там какие-то и так далее. Так вот, цифра 2%. От всеобщего общего экспорта зерна вообще из Украины, вот то, от чего Китай отказались, вот то, от чего отказались, да. 2% от общего, то есть это ничего. То, но вступает в силу вот это вот, как я это называю, мастерство заголовков, да, то есть когда заголовок звучит «Китай отказался от импорта зерна из Украины», делает свое дело, когда открываешь новость, там написано 2%. Несколько предприятий. То есть это определенный объем товара, определенный компроненты, не более. Смотрите, вот мой вопрос заключался вот в чем. Возможно, это прецедент или это исключение? Ну, собственно говоря, мы услышали ваше мнение, вы считаете, что это исключение, и Игорь тоже, видимо, считает, что это исключение. Это просто, я вам скажу, там, скорее всего, болезни все-таки, потому что в этом году была тенденция того, что влажный очень год, прохладная влажная весна была, и особенно юг Украины, не привыкший к такой весне, обычно заранее не работает препаратами на упреждение по болезням, препаратами, когда уже заболела, работать в принципе практически поздно. И очень много фитосанитарная инспекция постоянно попереджала и наблюдали вспышки, очень много различных заболеваний зерновой группы, связанных с погодными условиями и с отсутствием надлежащей защиты. Вот и все, поэтому такое могло быть с конкретными партиями товара. Но мы же не вопим каждый аграрий, да, когда мы везем, ну вот есть фермера, да, если у них завелись жучки или у них завелась головня, в них не принимают товар. Ну, нет уже больших заголовков. У них не принимают, потому что он некачественный. Вы тоже не пойдете в магазин и не купите просроченный продукт с крихом «Вай, теперь никто там не покупает молочку от такой-то фирмы». Ну, то есть нашим зрителям не стоит, и тем людям, которые работают в этой отрасли, не стоит беспокоиться. Это не межгосударственные войны, слава богу. Ну, хорошо. Всего лишь мастерство заголовков. Да. Ну, про мастерство заголовков лучше всех, конечно, нам прокомментирует Игорь, как профессиональный журналист. Ну что ж, я попрошу тогда Игоря некоторые цифры озвучить. Он подготовил некоторые цифры по поводу наших экспортных историй. Да. Есть любопытные цифры, опубликованные буквально пару дней назад, которые говорят о следующем. Значит, на момент даты 10 июня 2016 года, по данным Министерства агропромышленной политики, экспорт зерновых культур составил 37 миллионов 292 тысячи тонн, из которых пшеницы 15 миллионов 941 тысяча тонн, кукурузы, вот обратите внимание на эти цифры, почему я сейчас скажу, кукурузы 16 миллионов 800 тысяч тонн, ячмень 4 миллиона 320 тысяч тонн и других зерновых 231 тысяча тонн. Это за какой период? Это за с начала года по 10 июня, ну за полгода. За полгода, да, первое полугодие. Но еще продолжается экспорт, я понимаю. Да. Все. Вот, то есть, почему я сказал обратить внимание вот на цифру по кукурузе, то есть получается, что мы кукурузы сейчас экспортируем больше. Сейчас, конечно, обязательно. Мы вас для этого и пригласили, чтобы как эксперта. Вот, то есть кукурузы мы продаем больше, чем всех остальных зерновых культур. Не знаю, с чем это связано, возможно, с большим спросом просто на нее. Вот, но, значит, есть еще одна интересная цифра. В целом, экспорт вообще всех товаров из Украины за полгода, за первое полугодие превысил импорт почти на 6 миллиардов долларов. То есть у нас положительная сальдо по экспорту, это очень хорошо. И что касается конкретно продовольственной группы товаров, да, то в конце года ожидается прирост в 10-11 миллиардов долларов. К чему я вообще эти цифры озвучиваю? Смотрите, цена на внутреннем рынке, на украинском, да, очень многие эксперты по-разному, но тем не менее очень многие связывают с как раз экспортом
либо импортом продовольственной продукции. Мы видим, что инфляция, она несколько замедлена, но все равно она присутствует. Опять же, начался рост доллара, достаточно существенный. Рост курса, вернее, снижение курса гривны, вот так это правильно назовем. В связи с этим, естественно, начнут расти цены. Плюс электроэнергия, плюс там какие-то еще вещи. Вот. Так вот, правильно ли связывать положительное сальдо по экспорту с ценами на внутреннем рынке, на продовольствие? Вот ваше мнение, пожалуйста. Можете по кукурузе прокомментировать. И давайте потом. Пожалуйста. Можно разбить то, что вы сказали, несколько. Во-первых, почему я уточнила период, год или полугодие. Объясню почему. Потому что каждая сельхозкультура имеет сроки уборки, сроки приемки, и экспорт тоже напрямую связан. Очень долго не все хранят, в основном это все грузится на корабли и едет туда, куда надо. Да? Если зерновая группа убирается все-таки июнь-июль месяц, и она практически, вот на сегодня уже некоторые экспортеры в связи с тем, что начинается подсолнечник, закрывают приемку зерновой группы, кто ячменя, кто пшеницы, ну какие контракты, да. То есть мы можем предположить, что в прошлом году, то есть в 2015, основная масса зерновой группы была уже, собственно, вывезена. Кукуруза начинает уборку значительно позже. То есть это октябрь, ноябрь, декабрь. Некоторые есть технологии, я знаю, в Центральной Украине, там Кировоградская область, ближе к Киеву. Киевская область, некоторые даже весной убирают, если погода не позволяет. Ну, померзлые ждут пока. Да? Поэтому, соответственно, мы можем наблюдать ту тенденцию, что период экспорта кукурузы как раз пришелся на первое полугодие в пиковой своей части, на первое полугодие 2016 года. А зерно было вывезено, соответственно, то есть, в 2015 году. Говорит? То есть этот период или ни о чем не говорит? В цифрах он достаточно такой, если бы мы взяли все-таки период год, да, ну, как бы это были было, более актуальные, ну, более объективные цифры были. То есть, поэтому то есть исходя том, из того, что вы сказали, мы не можем сейчас сказать, что вот кукурузу мы экспортируем больше, чем всех остальных культур. Абсолютно. Наверное. То есть это просто абсолютные цифры и все. Абсолютные цифры и все, понятно, это некий перекос. Я бы не сказала, что кукурузы больше, тем более юг Украины кукурузы выращивает мало, это больше, ну, начинает Кировоградская. Ну, если, ну, я не говорю даже там если по югу, наша там, область, это по стране, северные районы уже больше выращивают, Кировоградская, Центральная Украина, да. Ну, то есть, ну, и у кукуруза как бы в абсолютных цифрах у нее потенциальная урожайность несколько выше, нежели у пшеницы, и тем более и ячменя, поэтому, ну, по ценовой политике приблизительно то же самое, что зерно, но из-за урожайности может быть все-таки перекос. Ну, я сомневаюсь, что ее больше, потому что все-таки пшеницу, ячмень, пшеницу, по крайней мере, сеет практически вся Украина, ну, там, не считая Закарпатья, наверное, и то тоже сеет. А что скажете по вот этим цифрам, по ожидаемому приросту в 10-11 миллиардов долларов от продовольственной группы? Ну, ожидаемый прирост, я думаю... Ну, приличная сумма, в принципе. Приличная сумма, и я думаю, что, может быть, это мои догадки связаны с тем, что мы не столько будем... Подсолнечник еще сейчас только начинается, он пойдет, цена на подсолнечник достаточно приличная, падение цены не ожидается, и плюс к тому, в этом году открыты крупные, в том числе и Бунги у нас открыл завод. То есть мы будем экспортировать уже не сырье, а готовую продукцию в связи с тем, с чем, я думаю, увеличится все-таки вал. Плюс к тому, я знаю, что концерн «Ароматика» еще остановился в Одессе. Это эфиромасличное не перерабатывать будет. Ну, то есть расширилась, собственно говоря, переработка. И я думаю, за счет массовой доли все-таки не сырья, а готовой продукции. Ну и погодные условия, в общем-то, в этом году неплохие. Вал. В общем, у нас больше. Хорошие надежды. Вот смотрите, вот очень здорово, что вы как раз затронули тему о том, что мы создаем доданную вартость. Да, то есть капитал Маркса, собственно говоря, никто не отменял. Чем больше доданной вартости, тем лучше для территории. Вот хотелось бы как раз пару вопросов задать вот о чем. Смотрите, мы производим, ну, например, давайте возьмем подсолнечник. Да, это самая, собственно, простая и понятная, понятная в структуре производства. Да, то есть вряд ли мы хлеб будем экспортировать в чистом виде, да, поэтому имеется в виду... Крупная макаронка. Да, вот. Единственное, да. Но возьмем подсолнечник. То есть мы, поскольку мы производим треть мировых запасов
даже можно так, наверное, назвать, да, мировых запасов семечки, то мы, в принципе... По самым скромным подсчетам. Да, по самым скромным подсчетам, абсолютно верно. Учитывая количество наших маслобойных комбинатов, которые есть у нас свои, еще плюс еще и достраивают, да, то есть... Это хорошо. Да, вот смотрите, а может есть возможность как-то стимулировать, ну, например, вот в нашей области создание вот этих дополнительных маслобойных комбинатов, которые бы уже экспортировали не семечку, ну, то есть могли сами перерабатывать ее и уже в виде масла выдавать, то есть это создало бы еще дополнительный приход, скажем, в казну. Я на сегодня скажу, что совершенно рядом, вот Бунгис завод есть, Бандурка, рядом Керноловский завод, Одесса, Дельта Вильмар, Олсит, Скифе, то есть заводов на сегодня много, достаточно, да. Рядом, с Николаевом даже, их много. И сегодня я как производитель, я вот только вошла в уборку, я чувствую, что ну, за каждого, ну, фермера там, понятно, маленькие, за каждого более или менее крупного производителя они уже дерутся, они оглашают цену больше, они доплачивают за масличность многие и так далее. То есть они идут практически на контакт с каждым, у них есть такая достаточно жесткая конкуренция на сегодня, потому что это не просто импорт сырья, им надо загрузить свое оборудование, чтобы оно было обеспечено сырьем для переработки. Это уже совершенно, уехал корабль, не уехал, или загружено производство, это разные вещи. Простое производство, вы знаете, обходится в какие-то деньги. Для сельхозпроизводителя это сегодня хорошо, чем им больше, тем лучше, тем цена выше. Ну. Я понимаю, что есть разумные пределы, анекдот про золотую рыбку есть там у экспортеров, вот, есть какие-то разумные пределы, выше каких не прыгнешь. Но скажу, что за последние, ну, буквально 3 недели цена на подсолнечник с 8000, зато на 8200, 8300 уже выросла, уже вчера 10500 предлагают. Ну, то есть, как бы, то есть, за буквально 2,5-3 недели рост цены достаточно высокий, когда аграрий достаточно крупный, говорит, я сегодня продавать не буду, я вижу тенденцию, каждый день там 200-300 гривен цена растет. Да, ну, ждем золотую рыбку, не знаю, не ждет золотую рыбку. А может и не случится. Да. Ну, опять же, это тема отдельного разговора, я не хотел бы останавливаться на вот, ну, я задавал вопрос, но это слишком обширная тема, давайте не будем, я о другом. Сузим ее, да. Да, сузим, я имел в виду тему как раз цен и курса гривны относительно вот такого ну, достаточно массивного экспорта и увеличения экспорта. То есть, по идее, у нас курс должен держаться хотя бы, а он падает, гривны, да? Экспортные доллары будут поступать и поступать. Но это, опять же, отдельная тема. Я хотел вас спросить вот о чем. Государственная поддержка фермеров и фермерских хозяйств. Значит, почему я спрашиваю, коротко объясню. Не так давно я писал и разместил на одном из сайтов как раз материал, касающийся государственной поддержки фермеров. И там статистика вот по Николаевской области. Да, вот у нас, например, фонд поддержки фермеров есть такой. Да? Так вот, люди, скажем так, фермерских хозяйств, в количественном отношении, которое получили из этого фонда деньги, аж 11 за прошлый год. 11. А у нас сколько фермерских хозяйств? Суммы там от 200 тысяч там плюс-минус. Вот примерно так. Вот. То есть я хочу спросить, в чем, собственно, заключается помощь государства? Есть ли она? Нет, чего не хватает? Фонд же не государственный. Не фонд... Он там какие-то очень такие хитрые переплетения с министерствами. Хорошо, давайте, ну, если вы позволите, переначим немножко вопрос. Вот смотрите, мы говорили, среди прочего, в сюжете о том, что мы достаточно неэффективны. Да, когда-то забытность еще Яценюка, Яценюк заявлял о том, что он дал приказ стать аграрной страной. Ну, как это смешно не звучало, но и вместе с тем. И вот у меня просто простой такой вопрос, как у обывателя, я думаю, у всех наших тоже зрителей возникает. Если у нас это хорошо получается, давайте не будем работать по принципу «бы пока е»,
а будем работать над эффективностью и занимать все больше и больше эту нишу, если есть потребление. Вот, может быть на местном уровне какие-то есть программы. Я вот вам скажу, ну, поскольку я семьями все-таки занимаюсь, да, и со многими беседую, все в обороты, сегодня опять как 90-е, много людей новых приходит в землю. И очень часто, ну, я поговорку вспоминаю, что бедни бы дурни, что дурни бы бедни. Ну, я в плане агротехники, в плане того, что не все по эффективности считают, ну, отдачу на заложен. Да, крупные агрокорпорации, там есть возможность, делается химанализ почвы, там вносятся те микро-макроэлементы, которые должны быть, там есть расчет, ну, расчетная урожайность, да, планируемая, да, понятно, что погодные условия, все равно есть планируемая на вынос, и есть сетка определенная, по которой вносится туда защита, удобрения, стимуляторы и так далее. То есть есть агротехническая карта, так называемая. Но я скажу, что она абсолютно есть не везде в процентном отношении, да. Ну, что-нибудь дам или вообще ничего не дам. Севооборот, я вообще молчу, да, это, ну, как бы... Севооборот – это чередование культур в пространстве и времени. То есть мы сеем пшеницу, потом там, да, ну, то есть подсолнечник. То есть раньше подсолнечник на свое место раньше, чем через 8 лет при восьмипольном севообороте не попадал. Сегодня так не получается. Ну, в основном, даже агрокорпорации севообороты, в общем-то, так не содержат. Эффективность наша в связи с несоблюдениями многих агротехнических правил, приемов и так далее, там, где есть соблюдение, понимание и вложенные деньги, опять же, там есть и эффективность. Да? Там, где нет понимания и вложенных средств, там эффективность, ну, гораздо меньше. Но я вот, чобить не буду, не могу грошей сегодня купить, да, достаточно удобрений, сделать нормальный химанализ, купить нормальную защиту, купить нормальные семена, не чем-нибудь сеять и так далее. То есть, соответственный результат. Если человек вложился нормально, ну, вероятность получить хороший результат, она повышается. Да? Я вам скажу на примере европейских стран, там дотации действительно достаточно большие. Причем у них вот одним из условий этих получения дотаций есть соблюдение вот этой агротехнической карты. То есть, если у француза, я вам скажу, до абсурда, да, мы шлавируем. Если у нас нет жучка, мы не брызгаем. Если у нас нет болезни, мы не обрабатываем. Они делают постоянно. Они делают на упреждение, чтобы не было болезней, профилактику. Они работают. Я вам скажу больше. Была пара... Дурная экономия называется, да? Угадывать, будет жучок или нет. Ну, как бы да, это одно. А второе, скажу, что для нас было нонсенсом. Для нас, ну, в свое время, когда мы переходили на европейскую систему семеноводства, у нас представители семинспекции из всей Украины ездили, значит, по обмену опытом. Ездила в Женеве тоже Оксана Николаевна. Она для меня была нонсенсом. Шел дождь, и работала система орошения. Почему? Мы все... Запланировано. Потому что это написано у него в карте, что в такой-то день, тогда-то, столько-то кубов воды, он должен туда вылить, иначе он дотацию не получит. Тут еще вопрос в том, что наше законодательство сейчас ужесточилось в плане налогообложения. Если французу за каждую тонну еще и доплачивают, кроме технологической карты, государство выделяет дотацию за каждую лишнюю выращенную тонну, то есть его стимулирует, у него еще 150 евро за тонну заходит пшеницы, державная дотация, она 150 всего стоит пшеница со всей затраткой, и то не евро, а долларов, понимаете, да? То он будет поливать и будет обрабатывать. Ну, как бы, то есть, ну, то системы... есть, да, я понял. То есть вы хотите сказать, что в принципе государство стимулирует само увеличение и улучшение обработки методом выполнения технологий? Не у нас. Нет, я имею в виду... Когда-то у нас был положительный опыт, я скажу, положительный опыт, сейчас скажу, 7-8 год, когда выдавалось в этом 150-200 гривен на гектар. Но при условии, если ты посеял кондиционными семенами, что подтверждается не ниже там третьей репродукции, то есть не упадешь, при условии, что ты купил удобрение и обработал гербицидами. Все, ну то есть три бумажки грубо принеси, это там не выдаваясь в какие-то суперподробности, но
ты работал с удобрениями, ты сеял нормальными семенами, и ты обрабатывал элементарными препаратами. Элементарными, неважно, какими там, дорогими, аналогами, да. И люди, считая даже экономическую выгоду в эти 200 гривен на гектар и разницу между там, не положить селитру, ну, или другие удобрения, положить, разницу между посеять мусором или посеять уже все-таки семенами взять, они включали немножко мозг, и я вам скажу, если вы проследите статистику, урожайность за эти годы все-таки выросла, и страна тогда гордилась своими там новыми рекордами по урожайности, а всего лишь стимулировали на 200 гривен на гектар. Это была дотация, там зимой, по-моему, 200 были, яровая группа стоили 150, там градация разная. И тогда же еще стимулировали травы, кормопроизводство, а травы это есть... у вас в сюжете было насчет эрозии, насчет деградации грунтов. То есть многолетние травы, особенно бобовые травы, они структурируют почву, они накапливают свободный азот, они оздоровляют почву. В связи с тем, что у нас животноводство идет на убыль, травы у нас тоже идут очень сильно на убыль в стране. Поэтому отсутствие таких вещей в севообороте, оно дается в минус очень сильный... продючести, плодородию природному наших грунтов. Что ж, у нас практически подошла программа к концу. Давайте сделаем, подведем какой-то итог. Ну, в общем, здорово, что у нас получилось продать столько сельхозпродукции. Но, к сожалению, как мы вот особенно... Не у нас получилось. Ну, я имею в виду Украины, да. И, собственно говоря, вопрос стоит о том, что все-таки надо как-то структурировать этот рынок. В противном случае мы просто тот природный ресурс, который у нас есть, да, сегодня в мире, в принципе, борьба за землю, за ее, скажем, плодоносность достаточно сильна. Мы не имеем права оставлять своим наследникам, своему следующим поколениям землю, с которой мы все выпьем, просто безбожно. Очень хочется, конечно, чтобы наше государство об этом сейчас задумывалось сейчас, а не потом уже решать задачи. Ну и мы надеемся, что как минимум на уровне области наши уважаемые областные депутаты тоже предпримут какие-то шаги или попытки, ну, как минимум обратить на это внимание вопрос. А я напоминаю, что вы смотрели программу «Детали». Сегодня у вас была Надежда Иванова, депутат областного совета. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо за приглашение. А мы прощаемся с нашими зрителями в следующей пятнице. До свидания. До свидания.